Здравствуйте. Вот, ну, как бы я вообще по образованию художник, но вот как-то музыкант у меня там, с 97-го года я начал заниматься гитарой под влиянием прослушивания разных там исполнителей, там, Высоцкий, там, Виктор Цой и так далее. Вот, ну, программа будет называться «Дарите мне», как одноименная песня, которая будет в программе. Первая песня называется «Бронзовые листья». Yeah.
Следующая песня называется «Рассвет» на стихи Маргариты Ильиной.
чужой, будто зря смотрел кино. Кем я жил, кто я такой, если был это сон дурной, как мне выбраться из него? Судей несправедливым
риском жизни не клялись, и бросались в состав, не вставали в одном торгуме, не стреляли, не тонули, просто смерть и смерть во враг. Thank you.
авторскую, не мою вообще. То есть она авторская, но авторскую не мою, скажем. Ну и немножко в своем таком стиле. Thank you.
русских лавок. Я за вами долина встречала зарю. Дождь стучался стеклом разновой, шарпел, как всегда, не в попасть. Стучит
вальяжно, на груди битых кирпичей лежит изломанная кукла. Считай, сколько мелочей полускаем поминутно. Встречайте новый день, как Новый год. Прохожих, как друзей своих, встречайте. Не ждите от того, кто подает. Читайте мне стихи о пустяках, о мимолетном счастье и печали. Пусть новый день нас и щедро дарит песчинками рассыпав. Поведайте мне, как большой порог, разлуку проповедует отважно. Не может быть кораблик мой бумажный, когда-нибудь покинет отчий дом. А что в пути глубок вода? Для вас. Ну и просто приходите читать книги к нам. Спасибо.